перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Да, Сёсь. Да, это еще интереснее. Это эксклюзивный репортаж из спальни Гуфа. Здравствуйте, дядя. Здравствуйте, дядя Игорь. Эксклюзивный репортаж из самой спальни Гуфа. С кем он спит? И кто эта девушка из Екатеринбурга, которая пытается, блядь, бодаться, блядь, с Гуфом? Ну, извините, не так, ладно. Ну, how'd you be, my nigga, what's up? One more time. У меня все нормально со здоровьем, ну как все, не все, я сошел с ума опять. И... Я лежу сейчас в реабилитационной клинике, я шучу, это не дом. Это я в центре, нахожусь, я бы даже сказал, в музыкальном. Выспался. Дядь, не такое. Часов 6 поспал, думаю, хотя бы. Температура хуярит. Ну, нет, я не для этого здесь буду жаловаться. Короче... Сегодня, я думаю, будет много таких супер маленьких прямых эфиров. Я думаю, даже не думаю, блядь, я знаю. Приходи в себя, выздоравливай, вылечим тебя. Итак. Прям вся первым сборе. Ебать, у меня температура. Ну, я, как всегда, болею. Ну, сами понимаете, что я болею, наверное, от наркотиков, как обычно. А латиносы как раз и короче, не здесь, дядь. Вот. Ну, как бы, там есть одна из моих проблем. Но я пока это считаю маленькой проблемой. А если вы, короче, как-то сможете меня поддержать, потому что я реально заебался от некоторых, блядь, персонажей. Если у меня есть поклонники... Я не говорю фанаты, мне больше нравятся поклонники, хотя я тоже не люблю. Короче, если среди вас есть мои слушатели хотя бы, блядь, может, свет опустите в палату. Сейчас. Каких персонажей, Тони? Тони, ну сейчас узнаешь. Сейчас, извините, я вас на секундочку положу в темноту на... Ну, просто положу вас экраном на соседнего пациента, который на койке лежит. Вот на этого. Ну, это если вам интересно, с кем сейчас спит Гуф. С кем же он спит? Ни с кем, блядь. Сейчас. Блядь, это хуйня. Сейчас... Света в хату дам немножко. I'm sorry. Я бухой, да? 9.57. Ну, в принципе, если бы я даже бухой был бы сейчас,
это было бы... Блядь. Как же сложно. Как же сложно, блядь. Просыпаться. Вообще. Я хотел сказать одному, потом хотел сказать с кем-то. Что-то мы как-то спошли тебя. Сейчас что-то мне просто, блядь... Рад, что... Спасибо, что проснулся, блядь, называется. Спасибо, что проснулся и охуей от новостей. Часть 2. Нет, не 2 уже, блядь. Немножко, да? Утро в хату. Ну, то есть, смотрите. Яна Шевцова или Швецова из Екатеринбурга. Это... Ну, вы поняли, да, про кого я? Так вот. Вот считайте, такая фотография есть у девушки. Ну, вот такая, ладно. Ну, как бы, извините, но у меня иногда каюсь. Не иногда, блядь. Даже вообще никогда, блядь. Сука. Ну, короче, у кого-то еще, кроме... Вы можете тоже сейчас заскриншотить вот этот, блядь, прямой эфир. Ну, или можете заскриншотить вот так как-нибудь мою ногу на фоне окна. Ну, или там пофоткать вот там коллаж с, блядь, Сэмом и с деньгами, чтобы, блядь, это... Я на это смотрю, и это все, что я хочу. Да? Ну, все, я здесь была. Я спала с Гуфом, Гуф меня трахнул, мне было 16, а сейчас мне 18. Хотя Гуф меня трахнул в 16, блядь, хотя бы я эту пизду, извините. Ой, ладно, для начала под порохом, стопудово. Блядь, я запомню, как тебя зовут. С, как это остановить? Как его, блядь, сука, вызвать? Ну, не хочет, короче, выходить в прямой эфир. Совместный тот, кто, блядь. Я как Вася уже буду. Вась, прости, да я украл у тебя фишку, блядь. Кто мне будет хуёво что-то писать, я буду его просто вызывать к себе на ковер. Это я про очередную шлюху, которая была в моей постели. Сейчас, подождите, я другую хуйню найду. Более важную, чем шлюха. Более важную, чем шлюха в моей постели. Да когда-нибудь курнем с тобой, сорняк, конечно. А хули не курнуть-то? Раскудесаны, дышишь. Е-е-е-е. Сейчас я... Блядь. Сейчас. Ничего же страшного, да, что вы там сами по себе потусуетесь, пока я одну важную хуйню найду. Ну, важную хуйню какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь тяжелый наркотик, блядь. Ёпта, да где эта хуйня? Я, хотя бы вот это есть. Хотя бы есть вот это. Фу, ну я надеюсь, она хоть ставит. Короче. Ну. Угу. Да, это холст. Салам алейкум, салам. Ну так вот.
А, ну вы, наверное, кто-то, кто более-менее следит, хотя я вот лично привык уже к что-то новое о себе узнавать из новостей. Я болею сильно, да ладно, нет, потому что это просто, это я на кумарах. Ну, точнее, я просто под феном, я на кумарах от Геры, вот так, нормально? Ну, если кто-нибудь напишет, покажи себя, то я себя не покажу, честно говоря. О, солевой, о, смотри, иди-ка сюда. Ожидание, колес. Ну, что-то не подходит колес. О, нихуя себе. Это ты дай. Давай, ты можешь заскриншотить. Это ты написал мне, да, солевой? Да, да, да. Ха-ха, ну я понял. Ну ты вот запомни этот прямой эфир, потому что пока ты разговариваешь, можно сказать, с моим хуем. Ладно? Неудачная шутка. Ха-ха, спасибо. Это я тоже. Да, а это я, как бы, ну вы понимаете, просто дергаю ногой под одеялом. Ну вот и пообщались мы. Такие вот у меня. Ну как бы. Я проснулся, как бы. Я сегодня проснулся помятым, знаешь. На тебя уже не было рядом. Яна Шевцова из Екатеринбурга. Неужели ты действительно пойдешь на «Пусть говорит»? Ой, ладно. Короче, одна девушка из Екатеринбурга. Я бы даже не сказал бы, что это девушка. У нее просто есть вот такая фотография. Ну и одна фотография из Екатеринбурга, из моего номера, 2 месяца назад, где я в халате в гостиничном. Окей, косяк, пиздец. Ну, фото у меня в номере в Екатеринбурге. Мне бы Игар сейчас напомнил бы, когда это была точная дата. Но у меня есть качество хуёвое. Ну, тогда отключитесь, ёпта, извините меня. На втором этаже, блядь, Wi-Fi нету в этой дурке, блядь, наркологичке, нахуй. Сука. Короче, я не буду, блядь, обращать внимание на то, что вы пишете там. Солевой, блядь, ты болеешь, ляг поспи, ты что-то, тебе надо выздороветь, выпей, блядь, холс, ёпта. Ну, о другом идет речь. Извините за грубость, я случайно, блядь, случайно. Но как это бывает обычно у нормальных пацанов. Я встал пасать. Бывает такое, да, наверное, тоже у многих среди ночи. Ну и как бы, грубо говоря, сидя на толчке, блядь. Нет, дядь. Она просто уже в конец. Вообще в край я. Ладно, не буду вокруг да около ходить. Для начала я. Не-не-не, не похуй на малолетку беспонтовую. Зачем ты объясняешься нормальным людям? Угу. Я просто хочу почитать, что сейчас. Я хочу быстрее, чтобы меня еще раз кто-нибудь солевым назвал, еще раз с моим хуем поговорил сначала, а потом, блядь, я буду, блядь, по делам говорить. Конечно, я тебя люблю. Я же всех люблю, даже Яну, и даже не из Екатеринбурга. В натуре. Скажи, дорогая. Да, Леш, да. Не, ну просто там дверь пока закрыты. Шлюх я пока не пускаю сюда, потому что, ну, я имею в виду в эту комнату. Они все ждут за дверью, и у них сейчас там драка за то, чтобы они, блядь, кто первый сюда пройдет. Ну, веселый, да, эфир уже. Просто я даже лица своего не показал. Не, он хотя не так, немножко показал. Но, в принципе, Яна Шевцова или Шевцова его тоже уже осветила во всех СМИ. Ну, это пиздец, что за компромат. Я надеюсь,
Суперу прям не поленится и, блядь, выставит прям весь вот мой прямой эфир, что спальня Гуфа. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. След вел в лесной массив. Что написал, куда топишь, кто-то там? Куда-то. А, собственно, Азербайджан. О, кто мне нужен. Ну, то есть не то, что нужно, я хочу просто поговорить с ним. Русланович Надарман сейчас немного в ахуе, что Дариал Гуф его вызывает на совместный эфир. Он, наверное, блядь, забыл себе ботокс там, это, в лоб, хуй знает, там, вколоть и вытащить, блядь, баян из руки. Ну, как бы, ну, я вот так могу сказать, Руль. Я тебя вызываю на совместный эфир. Че ты молчишь, мы же друзья. О, подключение, да, посмотрим. А, ну, у тебя, то есть, еще хуже, чем у меня, да, все. Покажи лицо свое, Руль, нам всем. А чё, блядь, так хуёво слышно? Ну, братик, а сейчас тебя я вообще, блядь, перестану слышать. Включи свет и покажи мне, блядь, своё лицо, пожалуйста. Ха-ха, да, дядь, скажи, дядь. Ну, я не прав. Это вон мы с Игорем тебя просим. Игорь. Или ты чё, уснул опять, воткнул там или чё с тобой? Я сплю. Ну, блядь, придется проснуться, если ты мне пишешь уже, блядь. Я тоже спал. Но если ты мне пишешь комментарии уже в мой прямой эфир, значит, ты хоть как-то проснулся. Я так-то сам спал мне, блядь, 24 часа, блядь, и проснулся. Да, дядь, вот эта встреча, прикинь, в прямом эфире. Дай поговорим, хочешь, Руль, в прямом эфире, кто прав, кто виноват, да? Включи свет и покажи свое, извини меня, ебало, блядь. Или ты хочешь, чтобы я, ну, вообще про тебя забыл? И хочешь с тобой ходить злой, 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 а потом сказать, братик, да я понял, это все с Божьей помощью, и я понял, ты меня просто слишком сильно любишь. Я считаю до пяти, Руль, и не шучу. Вообще не шучу сейчас, потому что вышел в прямой эфир и случайно увидел, что ты здесь. И вообще, блядь, прямой эфир, честно говоря, был не про тебя, Руль, и мне сейчас... Очень больно разговаривать, не из-за того, что мне больно, блядь, с тобой разговаривать, а мне горло болит. Включи поярче свет, открой, блядь, свои глаза и покажи нам свое ебало. У меня на самом деле, я могу, нет, у меня нет проблем глаза показать. Не-не-не, просто свет включи, просто яркий свет включи, как у меня хотя бы, ну, в палате. Блядь. Да-да. Дорог. Да. Что, как он мне дорог, ты говоришь? Кто, прыщик твой на лице? Не-не-не, отойди подальше, покажи нам свое лицо. Ну, у меня вот здесь прыщики на самом деле. Ну, мне, блядь, я стрижки сняли. Хочешь, я себя покажу? Ну, как бы, я вот так выгляжу сейчас. Ну, ну, хоть и сексуально, конечно, я понимаю, в красном халате, на черной кровати, блядь, но... Ты отойди подальше, вот так же, покажи лицо свое. Как он мне? Нет, вот так же. Вот так же прям. Нет, еще подальше. И у меня, блядь, выскочило, блядь. Да мне хуй, слышь, ты что? А, извини меня, а ты гей? Мы что, сейчас вдвоем, блядь? Да, мы вдвоем, и 10 тысяч человек еще. Просто я сейчас хочу с тобой поговорить. 9 тысяч человек еще. Да, братан, это я тебе... Ну, пока ты братан, это я тебе подкидываю еще подписчиков. У тебя сейчас знаешь, сколько их будет, блядь? Поверь мне, побольше, чем, блядь, было... Как чуть всегда, нахуй, в твоей жизни. Давай поговорим. Отойди и покажи мне свое лицо, потому что я с половины лица, блядь, не привык разговаривать. Сука, я только проснулся 9 утра, блядь, просто открыл глаза. Сейчас, пошел. Секунду. Да, не сейчас, не надо идти, блядь, причесываться, блядь. Я не хотел причесываться, я просто сплю в халате, потому что... Ну, сейчас. Блядь. Не сейчас, блядь, а сейчас же. Давай, пока, Руль. То есть это не пока, а это, я бы сказал, даже прощай, блядь, наших с тобой в таких охуенных отношениях. И он, кстати, дядя Игорь, он там почитаешь. Ну, если ты читаешь комментарии, если ты умеешь хотя бы читать по-русски, блядь. Пишет, что я все правильно делаю. А? Я замазываю, блин, тоналкой. А ты замазываешь? А ты мне как...
слушай, ты пока все свои прыщики замажешь, ладно? Пока там, ну, там, придешь в себя и постараешься нам преподнести себя. Ну, то есть ты еще раз выйди, еще раз, если я тебя увижу в комментариях, я тебе еще раз вызову в прямой эфир, когда ты уже весь будешь красавчиком, и мы никто не поймем, что ты хуяришь все подряд, блядь, и пишешь всю хуйню, блядь. И все, что ты пишешь, это хуйня, блядь, в интернете, понял? Если ты вот этого хотел, и сейчас не пишешь, братик, иди поспи, то на, блядь, ловить, блядь, тебе подписчиков, нахуй, с барского плеча. Все, ладно, у меня другая проблема есть, и не одна, и посекретнее, чем ты, понял? Пока, Руля, прощай. Блядь, зачем я на себя камеру, блядь, наткнул? Я же в палате, сука. Да, абсолютно бедный парень. С утра столько комплиментов, просто как бы я его второй день знаю. И, ну, просто мы так мало знакомы, что человеку надо отойти, блядь. Чтобы прежде чем мы друг на друга посмотрели, ему нужно отойти и проверить, есть ли у него там ботокс во лбу и все ли прыщи замазаны, блядь. А как бы... А то, что у меня за проблемы, блядь, он даже не поинтересовался. Ладно, проехали. Было и было, блядь, в натуре. Нет, я не злой. Точнее, пиздец, какой ты злой. Чем-то мне, конечно, это, может, напоминает мои... Ничего, что я капюшон одену, это не слишком сексуально будет для вас. А то сейчас, блядь, все шлюхи поломятся ко мне в дом. Теперь же вся Россия знает, где я живу. Благодаря одной пизде. Вы можете у нее, кстати, спросить, она вам локацию скинет. А позвонить ей вы можете на один ее 45 номеров. Так вот, для начала... Вот напишите кто-нибудь мне хуйню просто, и я вызову вас, блядь, в прямой эфир. Вот только попробую, нашел лоха. Иди сюда. Ты кто? Ой. Нет, подождите. Ну, на торчок, а не рэпер. Я почему-то прикрепил. Случайно. Нет, конечно, слишком сексуально для вас. 10-15. И с температурой пока еще не умерел. Надо, наверное, от кокса вчера всего скажу. Ладно, пусть. Спишем это на кокс. Это все туберкулез просто, извините. Тьфу-тьфу-тьфу, блядь. Ебучие тубзоны. Так вот, это, что там, кто мне написал? Ну так-то мне дохуя еще пишут. True fake салют. Если ты внутри true fake, а не true fake fake. Так вот. Сколько он там идет? Сколько я вот в эфире? Скажите, чтобы я их порезал по кусочкам, потому что... А, вот, нашел лоха. Вот. Я его всегда, оказывается, прикреплю. Да. Ожидание, барон. Ты мне написал... Вот, ты мне написал только что, да? Комментарий нашел лоха, ты написал? Да, да. Это я тебя нашел, ты имел в виду? Нет, я имел в виду того пацана, с которым ты выходил. А, ну того пацана я как бы знаю уже 6 лет. Но? Ну и как бы это не лох, нихуя, понял? И если, не дай бог, этот пацан тебя наберет, он тебе объяснит, блядь, что из вас лох. Угу. Но я его знаю уже как бы не первый год. И не харкайся, пока я с тобой разговариваю. И вообще, может, не я с тобой разговариваю, понял? А кто со мной разговаривает? Да какой-то. Ну, покажи хуй себя, да наведи. Нет, вот так тебе достаточно? Ну, давай я тоже так поверну, тебе будет приятно. А у тебя есть такая же? Есть.
Покажи-ка. Ты про хуй сейчас говорил, а не про руку. Не, я про руку тебе говорю. Вот так достаточно с кем-то разговариваешь? Или кто тебя вызывает на прямой? Нет, нет. Недостаточно? Ну я ж тебе... Ну давай. Я ж тебе показываю давай, свое ты... лицо. Ну, а я тебе показываю свою руку, блядь, которая как мое лицо. Ты не знаешь, кто я такой? Нет. Да знаем, конечно. Ну а хули мне, мне показывать свое лицо с просони? Нашел лоха, ты мне пишешь? Ну а почему нет? Ну, а у смотри, меня что, не с просони лицо? Слышишь, ты смотри, чтоб тебя этот лох нашел. Ладно? Это не лох. Хорошо, хорошо. Это далеко не лох. Это мой близкий, который просто хуево себя ведет в последнее время. И это было только что... Ну все, окей. Это ты с ним сам разберешься. А кто я? Ты же не знаешь, кто я. Ну как не знаю, The Real Goof, ты кто ты? А, ну какой ты The Real Goof? Ну да? Покажи себя, давай поговорим, да подожди, я лучше, подожди. Я лучше себя какой-нибудь тёлке покажу, понял, а не тебя. Пока посмотри на мою руку, чтобы понял, что ты со мной разговариваешь, блядь. Но это не то, что, блядь, я тебе вот так показываю, нахуй, а... Ну, короче, вот этот лох тебе скоро наберёт, который, понял? Давай, пока, братан. Хорошо, хорошо. Ну, извини, братан, пока лох. Чё говоришь? Я слышал, блядь. Дядя Лёша опять просто проснулся в охуенном настроении. И, слава богу, нету рядом той, кто вчера сидела и меня успокаивала до самого утра, блядь. Потому что, ну, она меня привыкла видеть. Ну, какая-то, знаешь, очередная какая-то. Просто, ну, просто очередная, назовем ее так. А, Руля, ты ну-ка, это, иди сюда. Нет, не шалом. Если ты пришел в себя... Но. А почему, когда делается прямой эфир, теряется звук? Ну вот, я просто хочу сейчас, чтобы люди на тебя посмотрели, все вот эти 12,5 тысяч человек. Блять, почему звук теряется, а? Это у тебя, Руль, потерялся звук. И не только звук вообще, по-моему, у тебя потерялся вообще. У тебя только связь с космосом осталась. Ну ты видел, да, что там я вот после первой беседы только что с тобой. Я не хочу сейчас говорить про тебя, как ты выглядишь. Ну помолчи, ладно, не надо перебивать. Я просто даже лицо свое не показываю, потому что у меня температура, горло, блядь, еще шлюха одна здесь рядом лежит. Руля ловит хайп, вон тебе дядя пишет, почитай, видел? Это он тебе, а не мне. Я нормально хайпую и без, блядь, и без рули, и вообще без рэпа. Но, походу, сегодня будет очередная порция хайпа. Так вот, братан, ну ты пока для меня все еще братан, хоть и ты, блядь, торчок, извини меня, да? Блядь. Да, да. Сука. Ну говори что-нибудь, хоть скажи, друг мой, что... Объясни народу, хоть, блядь, скажи, сколько лет ты меня знаешь, например. Ну, что я бы просто так это не стал делать. Мне предыдущий мальчик... Извини, пожалуйста, останови. Сегодня просто у Тиго днюха сегодня. Там, если ты не видишь, там, комментарий, я понимаю, ты не читаешь, в принципе, как и не пишешь по-русски. Ну, так, извини, давай я тебе буду вот так с тобой разговаривать, чтобы ты понял. Я не буду быстро. Он, как бы люди пишут, да он долбоеб. Но это первый твой хайп, как бы от меня. Чем занимаешься, Руслан? У тебя спрашивают. Ну вот ты просто почитай коммент, а я пока сишку покурю прям в палате, блядь, не выходя из палаты, окей? А медсестра где? Медсестра? Ой, она где-то. Она пошла за каким-то уколом очередным. Да не, она просто стоит, ждет за дверью, пока. Ты знаешь, я когда написал там одно слово, там «Слава Украине», и начали мне писать гадости там, подписчики, я понял, что обращать внимание на то, что пишут, нет смысла вообще. Да, но надо... Не, но если ты в прямом эфире сидишь, и тебе твой друг пишет тогда, до прямого эфира, пишет, ну, типа, шалом, понял?
Ну, ты понимаешь, да, что твой друг уже проснулся. Блядь. Сука, мой слоник упал на кровать. А, нет, я покажу с другой камеры. Вот мой слоник. И он упал и рассыпал весь пепел. Я не про того слоника, которого вы подумали, блядь. Извини, роли-то я своим подписчикам, которые в большинстве с вами пишут нормальные вещи, но иногда попадаются мудаки, которые... Один только что, блядь, написал, нашел лоха, это он про тебя. Я этот эфир сохраню. Ты там, ты, я надеюсь, когда-нибудь, блядь, незнакомые, а нет комнаты. Здесь ты, я не знаю, помещение, да, это главная палата. Да, это центровая палата просто. Гуф рехаба, блядь. Так что это, если кто хочет чуть-чуть подвыздороветь от наркотиков, роли и ты в том числе, то я как бы планирую. Значит, расскажи Богу о своих планах и рассмеши его. Ну вот, бля, как у меня температура скачет. Пизда просто. Не пизда скачет, а температура. Все, Руль, ладно, давай, выздоравливай. Вот тебе Руль, люди пишут. Приходи в себя, Руля. А почему я не вижу, что пишут люди? А ты как-нибудь сразу попишешь, посмотри. Давай, ладно. Ты мне все еще брат, но, блядь, ты там это, если в следующий раз я тебя увижу, еще раз я тебя увижу вот в таком же состоянии с утра, когда ты только проснулся, и не говори мне, что ты только проснулся. Давай, тогда, блядь, перезвони мне. Ну, ты знаешь, куда перезвонить. Не сюда мне, не в прямом эфире мне нахуй, блядь, надо ручкой махать, понял? Давай. Ой. Спасибо, хоть один понял меня. Да. Давайте все теперь дружно. Давайте все одновременно пожелаем Рулю удачи. Просто Рулю, ну или здоровья хотя бы. Хотя здоровья у него пиздец сколько. Вот и удачи, в принципе, полно. И, блядь, он даже заходил в эту... Как мы ее назвали, мастер, хороший, блядь, палаты, и смотрелся в зеркало в моих вещах Люгань, блядь, чтобы вы понимали. Но это не пидор никакой, просто он следит за собой и торчит, блядь. Сука. Бля, у меня теперь еще от этого температура. Я просто, чтобы вы понимали, очень, блядь, чуть, ну, как пизду. Ладно, не, блядь, слишком люблю удаляться от темы. Ладно, тогда так уж и будет, покажу вам, блядь, себя. Я вроде только что все прыщики замазывал, и, блядь, как это, блядь, камеру. Хуя себе. 10 000 почти. Я надеюсь, что будет 10, и как тогда в тот легендарный эфир, блядь. Да, я курю прямо в палате, потому что мне это позволено, ладно? Где клипы, где треки, когда альбом? Я вас услышал. Сейчас, вот, мне больше делать нехуй, проснуться с утра и зачитать. Короче, ваши комментарии, это... Смотрите, вот, на Толи, он гораздо симпатичнее выглядит. А это не Толи даже, это... Ну, кто напишет, как звали этого человека, ну, хотя я не читаю ваши комментарии, кто, ну, имею в виду, не... Аль Пачино, который... Не Аль Пачино, который еще жив. А вот это... Откуда, из какого фильма и как это... А где слоник, блядь, дядь? Ну вот слоник. Сейчас. Вот он. Ля-ля-ля. Но он гуляет по кровати просто. Мне разрешили в палате покурить. А альбом, знаете, когда... Да, вот правильно. Никогда. Не, почти все готово. Почти все готово. Нет, это не лицо со шрамом. Это не лицо со шрамом. Не лицо со шрамом. Нет, дядь, даже ты не знаешь, Тони Монтана. Нет. Но если это Тони Монтана, что там Яна-то? Да Яна где-то здесь ходит. Нет, не лицо со шрамом. Напомнить, я просто сам не помню, что это за фильм. Я вчера вспоминал. Леша, а что с лицом? Давай посмотрим, что с твоим лицом. Это что с лицом, блядь?
Ёпта, как тебя нахуй зовут? Что-то не показывает свое лицо человек, потому что он пока хочет ты мое лицо, наверное, посмотреть. А, нет, подключение. А, ну, у тебя вот такое лицо, да? То есть его нет. Или у тебя плохой телефон, ты не слышишь? Просто темнота, да? Твое лицо — это темнота, а у меня что-то не так с лицом. Давай, я тебя понял, пока. Удалить. Блядь, как же сложно. Некоторые не из вас. Вы все такие загадочные, блядь. Доброе, доброе, Димарик. Доброе утро, мой. Вот сейчас зря я это сказал, потому что сейчас Димарик у меня тоже напишет, блядь, суперу и спросит, какое отношение вы имеете к Алексею Долматову? А не знаю, если техник здесь, я позвал бы его. Кого? Короче, у меня сегодня, я думаю, будет много очень прямых эфиров сохраненных. Но не очень, не как, конечно, у... Алена Водонаева, извини. Алена, извини, но вот, ну как у тебя практически сегодня. Я планирую наснимать сторис. Прям сторис за сторис, за сторис, за прямым эфиром, за сторис, за скриншотом. И если я сейчас опять не усну на хуй знает сколько. Ой, блядь. Как же охуенно валяться, так и нихуя не делать, да хуя. Ну, да, на самом деле, пиздата. Я так давно уже валяюсь. Года два, наверное. Короче, я сначала сейчас после вот этого... Сколько он длится, прямой эфир, подскажите, кто... Бля, неужели я опять заболел? Блядь. Я заебался болеть последние дни. Три дня и не спать. И Тиману привет, блядь. Тиман, привет большой. Вот я бы лучше, кстати, с Тиманом бы вышел в прямой эфир. То есть, я не помню, кто еще там. А, ну или с техником. Лежать кайф, да, Диман, согласен. Вот так вот, да, просто вот так ногой дергать. Старый добрый, да. Не болей, хорошо. Шнайдер такой. А, Шнайдер такой жалкий торчок, как и ты. Да, я не посмотрю. Оль, я видел то, что ты мне только что написала в этом. Это я сейчас, погоди, нет, это не с тобой разговариваю, я сейчас это сестре своей кое-что скажу. Да, Оль, приезжай, пожалуйста, привези лекарств побольше каких-нибудь. Ну, знаешь, там, то, что брат любит. Так, давай, ну, покажи свое лицо сначала. А, он уже отсоединился. Он типа, слишком долго ждать ему, чтобы, блядь, ответить за свои слова. А я его все равно найду. Как, что он написал там? Такой же торчок, как и ты. Сейчас мы ему просто можем даже вместе с Рулей объяснить, какие мы торчки. Но я думаю, блядь, сука. Да мне кажется, это даже покруче, чем я всех посылал, нахуй эфир-то будет. Короче, вот, 10 тысяч ровно. Да, блядь, техника бы сюда. Короче, если кто хочет, там, из нормальных, там, ну, давайте договоримся, я поставлю будильник на... 12 часов и в 12:15 попробую выйти в прямой эфир, а вы мне, и за это время я сейчас выкину пару сториз, и вы мне, мои уважаемые 10 тысяч подписчиков, из которых 1000 бестолковых уёбков, которых я все-таки заблокирую когда-нибудь. А, блядь, да, заболел. Да, сестра, вези лекарства. Ну да, или с Кэти можно выйти в прямой эфир, будет с удовольствием. Покажи, что. Ну ладно, не хочу. Антонио, привет. Как ты, братан? Здоровье тебе тоже. Ты же тоже болеешь, я слышал, да? Ну, ты как бы немного другим болеешь, поэтому огромному тебе богатырского здоровья, блядь, брат, дорогой мой, от души. Давайте я сейчас пока пару скриншотов выкину, а потом... Ну, короче, ты понял, да?
или поняла. Продолжаем. Да, я же говорил, что он сядет. Я не про одного своего друга, который сел на 10, блядь, сидит уже 6-й. Денчик, держись там, ты знаешь, блядь, и как бы все будет нормально. Ну, это не то, что такой, типа, я имею, блядь, связи. Это просто, извините, был подключен к своему Wi-Fi. Мало того, что я живу, блядь, в жопе мира, но зато Яна знает где. Нет, а надо спрашивать, что за Яна. Скоро Яна... Осталось самый прикол. Хотите прикол? Ну, как бы там предыстория большая. Сильно глючит? Вот сейчас сильно глючит? Напишите мне. Меня слышно вообще хотя бы? Или, блядь, я не подключил наушники? Если подключено. Что, плохо слышно? Как слышно, ёпта, вы можете сказать? Ара, о, иди сюда. А, по нахуй ты говоришь привет? Ну, типа, зачем, блядь, мне это делать? Я тебя приглашаю в прямой эфир, чтобы ты подтвердил кое-что про Яну, а ты такой, ну, нет, трек-то про Яну будет понятно. Она просила про себя трек, но она, видимо, думала, что он по-другому будет звучать, но он будет звучать противоположно по-другому. Но это совсем уже крайние меры. Это просто какой-то краймберри просто. Надо будет начинаться какой-то пиздец просто. Она просто взлетит и станет самой лучшей шлюхой России, блядь. Ой, господи. И Николай Серов. Не, Николай Серов нет, пока не выходи. В следующий раз. Я тебя... Извините, что в носу ковыряюсь на камеру. Или так делать. Ну все, я поковырялся в носу. Не, просто хочу посмотреть, что, кто вот из моих, так сказать, хип-хоп-братьев, и да похуй на хип-хоп-братьев, на самом деле, по большому счету, это, блядь, такая хуйня. Ну, что-то всем похуй, походу, и на меня из хип-хоп-братьев. Есть такие вообще? Паша Техник, ты же пиздец, мой братан, не ебать, чё ж ты, блядь, не выходишь в эфир показать лицо свое, блядь. Хотя бы на 11 тысяч человек подписчиков будет побольше, ну, смотреть на твое безобразное поведение, отвратительное, блядь, не пролезающее ни в какие ворота. Я бы вам поставил что-нибудь такое, чтобы на фоне моей новой играло, но хуй дождетесь, блядь, окей? Я злой. Ну, сейчас, да, злой, но хотя бы я не посылаю всех нахуй. Но Паше Технику, мне кажется, нужно немного тормознуть. Если он не хочет обратно уехать в Карелию или куда-нибудь. Ну, мне кажется, надо просто стопорить, блядь, вот этой всей хуйней заниматься, что ты исполняешь. Куда поехали, Ап? В Киров. А, надо к Технику в Киров сгонять. Он не может выйти в прямой эфир, у него, видимо, блядь, Galaxy, да, наверное? S4. И что-то он особо не пишет, что я здесь. Я вот каждый комментарий стараюсь вас читать. Почему ты коротко постригся? Я слышу, я не хочу, блядь знать, что у тебя там на голове, извини. У тебя, наверное, там милирование, блядь, или что? Или мне одеть кепку, чтобы, блядь, выглядеть покрасивее для тебя, именно кому не понравилась моя стрижка, суки. Ну, вы знаете сами, хоть не будет. У него C4 загнулся. Что? Я понял. Ну, почти, да? Загнулся такой. Или согнулся просто как Паша Техник. Да не, Технику люблю очень, просто он топит куда-то, он же пиздец. Все, fuck Xanax. Но я fuck all them drugs, если честно. Ну, вы знаете, кроме чего. Иногда бывает. Так, вот ты иди-ка сюда. Так.
Как это, блядь? А, выйти в прямой эфир. Я даже не умею этим пользоваться. Ожидание. Ожидаю Bowl Found. Я вроде не знаю такого, но ты заебал моросить, мне пишет. Ну ладно, на. Чё там? Чё там? Ну? Нахуй иди. Блин, Том, братан, ну, блядь, извини, ёпты, ну да, если учесть, что меня в 9 уколол врач, блядь, уколол врач просто. Дядь, привет, кстати, я тебя тоже, это сейчас, подожди, я договорю, ну, вчера приехал, то есть я хотел уснуть, я не мог уснуть, потому что у меня и так, блядь, немного... Ну, то есть, если не считать того, что я на фоне последних событий за последние 2 дня записал 5 треков, уже свел, они уже готовы к выходу. Ну, там пока еще нет опасного пассажира, который я напросил. Много чего еще нет, но треков на альбоме будет 15 где-то. Ну, не больше, блядь. С вас хватит, короче. Это будильник второй раз, напоминание, чтобы я вышел в прямой эфир, если не выйду в тот. Видите, какой, блядь, ответственный, нахуй, в такой хуйне, блядь. Я не нервный, не накуренный, ни, блядь, ни под чем. Я выспался. Единственное, что меня сейчас преследует, это болезнь, блядь. Честно говоря, это гнойная ангина, которую я подцепил в Минске. Случайно абсолютно где-то, якобы, блядь. Потом из Минска ехал, блядь, это ангина просто вирус, блядь, я имею в виду. Не подцеплял я, ну, я буду за каждую хуйню объясняться. Ой, кто-то меня там, кто-то вызывал, мне показалось, что это кто-то серьезный. Опасный массажист. Опасный массажист меня вызывает сейчас. Ой. Ожидание от Эдгара. Это мой концертный директор со мной 12 лет ездит, как бы, ну, заранее говорю. Единственная хуйня, что у него почему-то какие-то проблемы с LTE, с 3G, с E, то есть, блядь, ну, правда, такая хуйня есть. Сейчас он меняет симку. Собственно, как и я меняю симку, и телефоны все, и, блядь, и уезжаю с этой страны, и улетаю потом с планеты, сразу на другую планету, чтобы только здесь не жить, потому что здесь есть Яна. А, опасный массажист. Слушайте, я вызываю на прямой эфир. Бля. А, что у тебя с интернетом, ёпты? Том, я не могу пока тебя голосовые, братан, послушать вообще. Вообще не могу, бро. Я как бы в прямом эфире, извини. Блять, какой охуенный глинтвейн я себе сварил. Теплый. Так, я понял, короче, что-то у меня встали комментарии, извините. Еще раз напишите, кто здесь прям быстро, кто свои, прям сейчас напишите. Смайлик один отправьте, я прям быстро отвечу. Или вы мне напишите, кто меня звал из рэперов, например, кто сейчас смотрит эфир. Хотя рэперы же... Блядь, насморк заебал, кашель заебал. Ангина заебал. О, вот, давай, иди сюда. Ой, плюх, извини, я прикрепил комментарий. Сейчас, подожди. Плюх, еще раз напиши, что ты здесь, блядь. Плюх, ну хоть ты напиши правду. А то я просто тебя прикрепил. А, вот все нашел. Вам слышно все нормально меня? Да. Доброе утро, братан. Доброе. Как всегда, доброе утро, блядь. Да. Давай с тобой поржем, я да? Я посмотрел, вообще веселое утро. Вообще, не, такое, знаешь, прям такое бодрое. Не доброе даже, а бодрое. Че? Вот, на работу. У тебя плохая связь, походу, да? У тебя хуй Wi-Fi. Че? Чё, Лёша,
Че такое? На работу. Бро, у тебя пойдем? Это... На работу я? Да. А куда? У меня нет работы просто, извини. Да ладно. Я до сих пор безработный. Да ладно, а ты разве в магазине не работаешь, Люген? Не, я один раз в магазине 100% работал у Ладувалова продавцом. Есть косяк. Больше не влади вот этим дерьмом. Ну, хорошо, а в этом... А в Люганге я как бы не продавец, ладно? Поэтому я не каждый день там на работе. Или ты хочешь, чтобы 14 тысяч человек сейчас такие приехали в Люганг? Ну, не 14, все, кто в Москве вот это смотрит. А это будут в основном тёлки свободные. Ну, даже, может, не свободные. Нет, это сначала будут человек, которые подкладывают тёлок. Да, негр, блядь, вот. Ты, да, давай вот эта галочка есть. Вот это от тебя мне... От тебя мне этого уже достаточно. Да, ну, в смысле, правда, одной твоей фразы, вот это как бы, это уже, это будет еще маленькую такой, блядь, маленькая такая дробинка у ее, блядь, в толстую слоновую кожу, блядь, знаешь? Да? Ты думаешь? Да. Да, это можно. Просто... Да, не-не-не. Ты видел, что она пишет Кэти? То есть то, что она пишет, я не видел, но ты видел, сколько она пишет Кэти? Да это пиздец, братан. Просто... Нет. Я понимаю, нет, что ты нет, я просто... Так, я ладно, знаю, если... Ну, нет, советы не... Ну, я не хочу слушать, я хочу поражать просто. Или, блядь, или дальше уже монолог вести. Я просто дом тут еще один параллельно строю, смотрю за рабочими, как бы. Угу. О, ништяк. Ништяк, да? Ну, я стараюсь, спасибо. Ну, точнее, мы старались с Кэти. Но это не благодаря этой пизде, понял? Слава богу, хоть не благодаря ей. Слава богу, что я от Кэти ушел хоть не к ней, блядь. Но это... блядь, мне нравится, я даже вытащу, блядь, эту штучку, с которой я хожу всякими, блядь. Пиздец. Просто сам факт, что, блядь, у меня просто столько цепей на шее, знаешь, я же, блядь, рэпер серьезный, я же не могу тут, блядь, с одной цепочкой ходить. Сейчас я выпутаю там одну из них там, а остальные у меня просто с инициалами всех моих остальных, ну, шлюх, как бы, да, понял? Да, я видел, у тебя там больше, чем у этого. Лил Пампа. Ой, да что, Лил Памп, блядь, знаешь, ну мне и лет-то побольше, как бы, понял? Лил Памп, кстати говоря, мусорской. Не брачный рекроса. Не, это знаешь, это как бы, ну просто такой чисто, блядь, ну весь такой. Я творю что угодно, но я все рассказываю властям. И власти мне говорят, как можно что угодно творить. Слушай, у нас такие, по-моему, тоже есть. Да даже я, по-моему, такой уже. Ну я же мусорнулся все-таки, я же всю жизнь хожу и мусорюсь, только и делаю. Кстати, извините, мне пора, мне надо съездить заяву написать сейчас там на одного человека. Но я быстро сейчас вернусь, там секунды. У меня там все свои, как бы все схвачено, ладно? Тебе нужен просто уже свой нормальный... Не, мне нужно просто участкового рядом посадить просто, знаешь, у себя за барной стойкой. Извините, но у меня есть барная стойка, небольшая, правда, но есть. Да, вот, ну в тот, где садовник живет. Но он же участковый. Не, был бы, блядь, майор или полковник, я поселил бы его вот туда. Да, лучше, где Гуча живет, да? Да, нет, вот, нет, я поселил бы, а Гуча вот так бы ходил бы там вокруг и смотрел бы. Как он там живет. Здорово, хуилы нам пишут, Лех. А кто? Ну, какой-то, блядь. А, какой-то охуенный хуй такой. Или какой-то просто пиздатищий чувак, блядь. Ну, а тут других нет. Да, я только что пообщался с несколькими. Если ты первый мой эфир застал, то, блядь, я застал. Да, застал. А да. Он мне пишет, лох. Я просто закрываю эту хуйню и смотрю на его балл и говорю, а он молчит. Я говорю, что ты молчишь? А с кем я разговариваю? Мне показывают, ну ладно, короче, это был мой один из моих охуевших прямых эфиров, моя очередная историческая хуйня.
монолог сам собой. Мне нравится, как бы, да, но прямой эфир — это монолог, тупо говоря, сам собой. И если, как бы, люди, ну, не знаю, я не хочу никого обидеть, как бы, не надо, я не хочу из рэперов никого обижать, у меня проблемы, и, слава богу, сейчас, ой, чуть телефон не упал, с некоторыми, видимо, есть. Пауёбка. А? Полуёбка, не, полуёбка. Ну да, две пола... две... Две... это, кстати, романтичная песня, она у меня будет называться «Две половины уёбка». Вместе, вместе в одно целое. Давай, ладно, давай. Все, все, обнял, давай, я хочу там позлиться немножко, давай, то есть я больше только смеюсь. Но ничего, пока я нормально говорю, косяков нет, я за базаром слежу, чтобы потом не предъявил, никто не приехал. Все четко, брат, все четко, мы с тобой. Ну ты если что, пиши, ладно, я хотя бы, ну ты мне скажи, остановись, там ты что-то гонишь, ладно, я увижу и удалюсь из Инстаграма. Давай, брат, может, заед завтра тебе, в апрелевку поеду. Да, только не сегодня, мне сестра сейчас приедет с папой. Сегодня. Давай на связи. Давай, дорогой. Блять, всего 13,5 тысяч. Я не прочитал. Вот пока мы разговаривали с Плюхой, я не читал. На какой лейбл тебя взять? Я не могу на один только лейбл взять, на который, блядь, мало кто попадается, слава богу. Так, иногда бывает какой-то, знаешь, артистка, у которого один хит, и то говно, блядь, и как бы, а потом он, блядь, все оформляет все права на себя и хочет тебя засудить через мою же, блядь, выпускающую компанию, грубо говоря. Сука, хуело. Ну, это, чтобы вы понимали, техник тебя любит, я тоже техника люблю. Ну, как бы, ну, не настолько, как техника, если меня, но вот так как-то. А то это, знаешь, не надо мне вот такая любовь. Что значит, блядь, вообще не нужна. Ты опух, а ты не припух. 13 тысяч всего, так интересно смотреть. Из 1,5 миллиона подписчиков. Может быть, это из-за того, что я отходил на 2 минуты, вас вы так долго собираетесь тут опять. Ладно, пойду пока себе там косяк там скручу или бомбу зову. Я подумаю. Но я вас вижу, пока я читаю, пойду бонкси и сделаю просто кукурну, правда, реально. Потому что вот это не надо мне все писать. Просто вообще люди, которые меня лично не знают и хорошо ко мне относятся. Ну, не прям хорошо. Хорошо ко мне никто не относится. К сожалению. А может и к счастью быть на то. Я не могу, Том, ты не понимаешь, я в прямом эфире, я не могу ответить на, блядь, на входящий видеозвонок, блядь, братан, серьезно, блядь, нужна будет помощь твоя, я помогу, ну, попрошу тебя, но, блядь, не надо мне звонить на видеосвязь, я с людьми разговариваю просто, если ты не понимаешь, значит, что такое прямой эфир, брат мой, ну, правда, блядь, дай поговорить с людьми, ты потом перезвони, ты же смотришь. Срочно нужен косяк, блядь. Вот с этим я согласен. Хоть кто-то написал нормально. Стасяныч, привет. Блядь, опять он звонит. Ну, я не буду отключаться, пусть тут, блядь, звонит. Но это Том, это Том, так зовут, блядь, чувака, Томас. Окей? Не, блядь. Окей? Это бро мой, блядь. Чтобы никаких там не было. Теперь он с Тома. Том это кто? Да, ну, когда же если это тёлка Том, то у вас это не ебать никак не должно, понятно? Да нет, меня же просто разозлили. Блять, так еще батарея сжигает. Сейчас, блядь, извините, я пошел косяк похуй. Не шучу. Шучу. Что не шучу. Пока потом послушаю, свободно. Пока я скручу быстро косяк себе. Но это быстро, вы же знаете, я не первый год в деле. Можете зашазамить потом, чтобы не писать, что за трек на его дне.
Чао, чао. Внимание. Такая тоже музыка вам, никому из вас не нравится, да, я бы только рэп должен слушать, да? Я просто такое слушаю, когда копаю. Не шучу, не шучу, не поймешь. Это просто, блядь, праздник какой-то сегодня, просто, что никто из, блядь, ну или все рэперы спят же, наверное, да, как и я обычно, в принципе, я вас понимаю. Блядь. Сузились, да, глаза немножко так, ну, не вот такие, не вот такие точно, надо вот так всегда глаза держать. Ну окей, ладно, глаза сузились, допустим. Кто здесь? Добавлю сейчас тебя в черный список, блядь. Ты не спишь, Денечка, но ты лучше не звони, лучше, мне кажется, нет? Я понял, да. Пока. Денчик. Как же ты так мог со мной поступить, блядь? Вы не поверите, у меня настолько охуенная зарядка, что, блядь, что я думал, сегодня повладаю, блядь, мне только показалось, ну, уже кажется, ну, если мерещится или не мерещится. Сейчас, короче, не могу разговаривать. Столько кокса, блядь, у нас уже, что я не могу его, блядь, высморкать здесь в салфетку и сказать садовнику, что он закопал его где-то там на другом участке. Ну, кто здесь из рэперов-то есть? Кто-то хотел поговорить много со мной. Я теперь как бы жду, что вы мне кто-то... Я извиняюсь перед всеми из вас абсолютно. Я про рэперов сейчас. Так, сколько вообще длится эфир? Давайте я сначала этот загружу. 10 000 мне вполне достаточно. Пока мне этого хватает из 1,5 миллиона подписчиков. Да, Денчик, сейчас лучше тебе по фейстайму наберу. Ха-ха, в натуре. Точно, я этим и займусь прямо сейчас. Со своего 21-го телефона где-то, окей? Очкарик, это я. Но сегодня очкарик в хорошем настроении, в приподнятом. Даже я сказал, вы, блядь, видите, какого очкарика, такое вот настроение, блядь. Прямо такое, блядь. Все, ладно, давайте, я призвали 10 000 человек, окей.